приглашаю вас на мастер-класс по вязанию таких вот шапочек. На первый взгляд шапочка кажется простой, но, как всегда, есть свои секретики и нюансы. Мастер-класс подойдет для начинающих вязальщиц, потому что он очень-очень подробный. Эта модель шапочки, я назвала ее Маруся, подойдет под все ушки, и под стоячие, и короткие, и длинные, и под висячие ушки. Так что и спаниелю, и такси, и пинчерам, и тоем, и йоркам всем будет удобно и комфортно в этой шапочке. Главное самое, что будет тепло. Так что дальше в видео будет показано, я приложу видео, как это сидит на моих собачках. Вы можете посмотреть, и я вас жду обязательно на мастер-классе. Смотрите, да, Снегурочка, это моя Снегурочка, это Дед Мороз, Дед Мороз, да. Садись, вон, на вкусняшку дай тебе. Мы работаем за вкусняшку. Такие шапочки получились, так что ушки все в порядке, и у Мани все в порядке. Так что, пожалуйста, вяжите, играйте. Видите, мы играем.